Подарить частичку тепла и любви особенным детям. Эту задачу ставили перед собой представители Брестского городского объединения Белорусского общества Красного Креста, собираясь в гости к ученикам крупнейшей школы областного центра. На предложение поддержать доброе нужное дело откликнулось большое количество организаций. В итоге получился настоящий праздник со сказочными персонажами и веселыми играми. Мы же, конечно, быстро откликнулись, организовали этот праздник. Я думаю, что самая главная задача – показать детям, что они не одни, что они такие же, как все остальные, что их любят и о них заботятся. С первых дней работы средней школы номер один сюда пришли за знаниями особенные ребята. У каждого из них свой недуг. Однако, вопреки трудностям, они искренне радуются жизни. И как здоровые ребята ждут с нетерпением гостей и подарков. Для них такие праздники – это хороший элемент реабилитации. В своей работе мы хотим передать уверенность особенным детям в собственных силах, помочь в достижении определенного общественного статуса и утвердить свою социальную значимость. Улыбки на детских лицах – это главная награда за самоотверженный труд волонтеров и спонсоров. Конечно же, кульминацией праздника стало вручение памятных подарков, а также большой сладкий стол. Эмоции и у родителей, и у ребят самые положительные. Просто супер! А что больше всего понравилось? Больше всего, когда множество детей, и с ними можно поиграть, повеселиться, пообщаться. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктова».